понимаете, я даже не поняла, что случилось. Мы все стояли, ждали поезда внутри, в середине зала. Потом я услышала хлопок. Обычно так сбивают на КПВО что-то. А потом начался... Я прыгнула в этот в проход, там, где стены. Началась паника, люди все кричали, плакали. Потом я увидела раненую женщину, прям кровь с нее лилась, ее туда завели куда-то в комнату, еще там было несколько раненых людей. Ну а потом мы оставались, а потом военные сказали, что мы все выходили. Я видела, здесь люди лежали, ну не знаю, раненые или убитые тут на земле.